Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Я очень рада вас видеть у меня в гостях на моей кухне. Начался сезон спаржи в Германии. Спаржу сегодня я буду готовить в духовке. Присоединяйтесь, это очень легко. Сегодня мне понадобится спаржа, лимонный сок, соль, масло сливочное и совсем немного воды. Для начала спаржу нужно почистить. Теперь беру глубокую форму, выкладываю сюда пергаментную бумагу и выкладываю спаржу. Сбрызну ее слегка лимонным соком. Немного посолю добавлю сливочное масло вот такими сейчас ножом вот еще разрежу такими кусочками просто разложить. И сюда же добавлю 1-2 столовые ложки водички. Теперь ее хорошо запакую. Дело в том, что когда вода будет кипеть, там образуется пар, и она будет готовиться, спаржа будет готовиться в пару. Поэтому очень важно, чтобы вот так она была прикрыта. В разогретую духовку на 200 градусов я поставлю спаржу готовиться примерно 30 минут. Прошло 30 минут, я сейчас попробую на ощупь определить, приготовилась ли спаржа. Вы знаете, ну вы видели, эта спаржа была достаточно толстая, есть потоньше, поэтому я, наверное, все-таки еще 5 минут возьму и поставлю в духовку. Прошло еще 5 минут, я спаржу достала. Больше я ее в духовку ставить не буду, этого вполне достаточно. Разворачиваю. Смотрите. Чудненько приготовилась, не развалилась, не переварилась. Прекрасно. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями. А на сегодня я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока.